прямом эфире вы смотрите шоу «Бетон» на О2ТВ за вертушками Эриоха, автор телеграм-канала о вечеринках «Эриоха Recommends» и диджей, работающий в жанрах дарк-диско, EBM и техно. Пишите свои вопросы для артиста в чате трансляции.
Extra fees.
Just close your eyes.
milkshakes and tambourines, nicotine from the silver screen, speed seduction in the magazine, endless pleasure in the limousine. In the back shakes a tambourine, nicotine from the silver screen, speed seduction in the magazine, endless pleasure in the limousine. In the back shakes a tambourine, nicotine from the silver screen, speed seduction in the magazine, endless pleasure in the limousine. In the back shakes a tambourine, nicotine from the silver screen. Shakes a tambourine, nicotine from the silver screen, speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine, nicotine from the silver screen. Seduction in the magazine, endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine, nicotine from the silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine, nicotine from the silver screen. Music. Say the word. See the light.
Друзья, это шоу Бетона О2ТВ в прямом эфире. Для нас сыграла Эриоха. Замечательный сет, респект тебе. Спасибо большое. Спасибо, спасибо ребятам, которые танцевали. Спасибо. Ну и те, кто смотрели тоже. Слушай, первое, что бросается в глаза, это то, что у вас очень дружная комьюнити, тех на посиделке. Видишь, все ребята здесь тоже прыгали за тебя. Я, знаешь, обычно вопросы из зала, вопросы от аудитории ВКонтакте оставляю напоследок, но мне кажется, с них стоит начать. Наш постоянный зритель Александр Исаков говорит: передайте Кате, что к ней вопросов нет, просто умница. Спасибо, Александр. Вот, Денис Тихоновский интересуется, когда будет выступление в Санкт-Петербурге? О, в Санкт-Петербург мы на самом деле хотим поехать с вечеринкой «Ирёха рекомендс». Можно? Да, мы об этом поговорим. Минутку рекламы, да, это мой телеграм-канал, и я делаю такие вечеринки. И, скорее всего, мы уже делали в прошлом году в Санкт-Петербурге, это был как припати, Present Perfect, вот, и мой день рождения одновременно, вот, и думаю, что в этом году мы по такой же схеме поступим, и это будет, по-моему, 27 июля, да, Present Perfect, и мы где-то в этих числах сделаем в Питере вечеринку. Денис, ждите, конец июля, у вас есть все шансы там оказаться. А Павел Российсков интересуется, какая самая запоминающаяся вечеринка была в твоей жизни? И где ты выступаешь в следующий раз? Вот два вопроса. В смысле, где я играла или вообще, интересно? Не-не-не, я думаю, он имеет в виду в принципе. Какое самое лютое пати, вот, на котором ты была? Но вообще я была на Burning Man, и мне кажется, что круче, чем там, ну, просто нигде не может быть по атмосфере, по вайбу, по музыке, по людям. Наверное, это самое запоминающееся. Да, Катя, ты говорила, что, в принципе, на занятия электронной музыкой тебя вдохновили Burning Man, Берлин и Ибица. Вот ты можешь просто по предложению рассказать о каждом из этих мест и чем они отличаются? Ой, можно я с Burning Man начну? Давай. Вы знаете, да, что это такой арт-мюзик, фестиваль, нереальный город в пустыне, который строится на неделю. Вот, и там разные арт-инсталляции по пустыне в центре Плая разбросаны. Вот, и ты можешь ездить на велосипеде там целый день и смотреть на них, натыкаться на новые каждый день, их очень много. Вот, и я так ездила на велосипеде, наткнулась на дверь. Ну, просто такая дверь, представляете, да, этот сюр, дверь в пустыне, она стоит, вокруг ничего нет, рядом табличка. И написано на табличке: «Загадай, как ты хочешь, чтобы поменялась твоя жизнь». Ну и войди в дверь, и ты типа выйдешь уже в новой реальности.
Ну вот, я загадала, чтобы моя жизнь поменялась, я начала заниматься музыкой и играть, и, собственно, ну да. Я зашла в эту дверь, я, конечно, не почувствовала никаких изменений, вот, но я вернулась, и где-то, наверное, через 3 месяца как раз была первая вечеринка технопосиделки, вот, и мы ее организовывали самую первую, вот, и я там сыграла свой первый сет. Супер, вот. Ребят, не обязательно аплодировать после каждого ответа. Да, у нас не клуб анонимных любителей техно. Типа, привет, я Катя, я люблю техно. И аплодисменты. Это немножко другое. А про Берлин и про Ибицу? Может, просто продолжение? Ибица — это было вообще первое место вообще за границей, куда я поехала. Мне было 24 года. Вот, я первый раз поехала за границу, решила сразу поехать на Ибицу. Электронную музыку я тогда слушала, ну, постольку. Ну, где-то захватывала. Она меня, ну, как бы я ее не понимала. Вот. А там ты приезжаешь, это, естественно, такая вся структура, которая построена только про электронную музыку, и на меня просто обрушились за 2 недели лавины новой информации, новой музыки. Ну, я думаю, что вот оттуда какой, ну, можно считать, это точкой отсчета. А Берлин? Вот. Ну, а Берлин просто мой любимый город, там самая крутая вообще музыка, которая бывает во всем мире, это техномека, и каждый раз, когда я туда езжу, я вдохновляюсь, и мне хочется, очень хочется сыграть в салон Цурвильден Рената. Это берлинский клуб, прям... Предвосхитила мой следующий вопрос, как раз хотел поеду узнать. Поеду в пустыню, загадаю, возле той двери. Смотри, хорошо, а если немножечко от Ибицы в холодные края, где мы с тобой родились, собственно, NSK, Новосиб. Ребята, привет. Да, всем привет, Новосибирск. Расскажи, что сейчас там происходит в электронной музыке, потому что я сам не так часто езжу, к сожалению. Может быть, ты что-то тоже на что-то обратил внимание? Слушай, когда я уезжала оттуда, это было 5 лет назад, все начало закрываться. Закрылся Лебовский, закрылся, это где Replay Community делали свои техно-вечеринки, закрылся Килев, это самое было крутое место с диско-музыкой. И как-то все какое-то было падение, вот, а сейчас я наблюдаю, что у них опять все пошло развиваться. Replay Community уже 10 лет, да, 10 лет ребятам, они отпраздновали в этом году, они несут это знамя электронной музыки в регионе и успешно несут. Я знаю их лично и знаю, что они ни разу вообще за все 10 лет не прогнулись ни под какую коммерцию, вот как они встали со своим техно и так хаосом, они, ну, так и играют. Вот, соответственно, они очень много людей научили этой музыке, они передали очень много этой музыки. Вот, и сейчас, насколько я знаю, я не была там 3 года уже или 2 года, там есть клуб «Подземка». Туда вот привозили на 10-летие Тим Грина, привозили. Ижевский наш туда, кстати, ездил на вечеринку. Есть Stories Bar. И, по-моему, все. Ну, уже нормосик. Ну, в общем, такую музыку, которую играешь ты, вот дарковую, там услышать в том числе можно. Слушай, мне кажется, что нет, что там именно такого дарка не было. Ну, ну, либо я о чем-то не знаю, да? Может быть, как-нибудь ты, когда вернешься домой, сделаешь как раз какой-нибудь лайв-сет. Ну, возможно. Ребята тоже порадуются. Расскажи в 2 словах, как ты начала сотрудничать с комьюнити техно-посиделки и что ты в нем делаешь? Ну, я Лизу знаю очень давно. И я присоединилась к этому комьюнити, когда там было еще 25 человек в группе. И это было... как просто такое место, где общались друзья, договаривались, куда ехать. Вот, и постепенно оно было закрытым, естественно, потому что это такой, ну, как узкий круг. И постепенно люди прибывали. Вот, и в какой-то момент, почти через год, по-моему, Лиза сказала, может быть, нам что-нибудь сделать уже такое посерьезнее, вечеринку там, например. Вот, начала искать людей среди комьюнити, которая, ну, начинала, да, все это изначально, которые, ну, как бы активные, могут что-то организовать. Вот, и пригласила меня, и я сразу как-то влилась в команду. Вот. Но сейчас, конечно, мне меньше времени заниматься всякими вопросами, но по мере возможности, почему? Да. Ну, потому что я играю, я веду телеграм-канал, у меня там всякие разные штуки, да, давай по промоушену. Про телеграм-канал тоже очень интересно. Эреха Рекомендс — это канал в телеграме, на который вы можете тоже подписаться и узнать, какие же вечеринки Екатерины нам рекомендуют. Но телеграм-канал я начала вести примерно год назад. Я очень много музыки слушаю, очень много сетов разных, и часто ими делилась на Фейсбуке. Вот, и...
кто-то на Фейсбуке просто подал такую идею, они сделают для тебя вообще блог. Вот. И я люблю Телеграм очень, сама подписана практически, мне кажется, на 100 каналов. Вот. И я завела этот Телеграм-канал просто, чтобы ну, кидать туда сеты, какие-то свои истории из жизни рассказывать. Сначала подписала насильно своих друзей. Вот, а потом люди стали прибывать, и сейчас это 3200 человек, по-моему, у меня сейчас в Телеграм-канале. Вот, но я там делюсь музыкой, которая мне нравится, какими-то своими фактами из жизни, мыслями могу просто делиться. То есть это такой музыкальный блог, кидаю там анонсы тоже про вечеринок. Ну, в общем, это какая-то моя отдушина. Не знаю, что еще сказать. Слушай, может быть, дашь нам какие-то рекомендации зрителям, в том числе житейские, например, как правильно ходить на пати, что надевать, как вообще так ходить? Знаешь, как техноблогер. А, блин, нет. Без этого сегодня обойдемся. Лады. Без техноблогерства. Нет, на самом деле, да, во многих клубах есть фейс-контроль, но самое главное — приходить туда с горящими глазами. Я, например, одеваюсь ну, обычно строго, то есть я не любитель максимализма в одежде. Мне нравится черный цвет или монохром. Вот. Ну, в принципе, не знаю, что я сейчас скажу. Лады. Хорошо, ты выкрутилась. Я выкрутилась, да. Я просто не стилист. Смотри, Виктор Когут хотел бы попасть на Tomorrowland фестиваль? Ну, надо зарегистрироваться с 1000 компьютеров и в момент, когда скажут старт продаж, с 1000 компьютеров пытаться купить билет. Потому что, да, действительно большой ажиотаж, чтобы купить билет. Вот. Но можно почитать в интернете, там есть целые инструкции, как это делать. Но сложно, да, Витя, сложно. Витя, гуглите, да. Денис Тихоновский, у тебя только в Телеге канал, где-то еще можно на Фейсбуке, да? Ты, собственно... ну Фейсбук, да, просто по имени артиста можно найти Риоха Офишал, по-моему, там что-то такое. Вот, ну да, а канал, где я что-то пишу, это, да, только Телеграм. Ну, смотри, ну с тех пор, как открылась вот эта магическая дверь на Burning Man, где ты уже выступила, где ты хотел бы выступить, ты уже сказала, где ты выступала и где тебе понравилось выступать, в принципе? Слушай, на самом деле не очень много где. В Москве в основном я играла, меня приглашали в Тверь, я ездила, клуб «Культура», очень крутой клуб, если будете в Твери, прямо ребята молодцы. В Новосибирске я играла, тот бар, который уже закрылся. А в Москве? В Москве мне очень понравилось играть в «Диссиденте», как раз мне Илюша про него рассказал, и там есть промо-команда, которая прям так устраивает вечеринки дарк-диско, и они очень крутые по вайбу, по настроению, чем-то напоминает Берлин, то есть там такое простое очень убранство, красный цвет, люди, которые пришли только ради музыки, и все танцуют, и все так минималистично, никакого пафоса, никакого лакшери, в общем, мне напомнило это всю атмосферу Берлина, и я там так кайфанула, когда играла, прям ребятам большой респект, что пригласили. И всем советую, да, в следующий раз на нее обязательно попасть. Супер. Ну, может быть, напоследок какое-то, не знаю, пожелание зрителям, ты можешь к ним обратиться прямо сейчас. Я не любитель таких пафосных речей. Вот. Но на самом деле все просто. Слушайте музыку, и мой совет — старайтесь слушать разную музыку. То есть если вы, я раньше сама такая была, я думала, что самый крутой транс, лучше транса ничего нету, я слушала только транс. Потом я стала думать, что только дипхаус — самая крутая музыка, потому что только техно, все остальные стили музыки, я так сверху смотрела на них снобически. На самом деле это все не так. Для того, чтобы быть максимально развитым в музыкальном плане, развивать свою душу в первую очередь. Важно слушать разную музыку. Это и техно, это и концерты, какие-то лайвы, электронные, да, ну, что-то такое. И классическая музыка, конечно. Ну, таким образом мы развиваем свою душу и становимся красивее изнутри. А говоришь, не умеешь. Вот из-за меня сделали отводочку. Меня зовут Паш Плохой. У нас в гостях сегодня был шоу-кейс проекта «Техно-посиделки» Илья Джи и Эрио. Оставайтесь с нами, делайте репост этого эфира ВКонтакте. Бетон на О2 ТВ. One love.